Ой, смотри, теперь написано гиперлента. Раньше было написано просто лента. А теперь гиперлента. Так вот, идем с сынулькой. Шопится. Гиперлента. Гиперленту, да. Красотули. Какая красота. Смотри. 63 тысячи. Набор мебели. Столик. Ой, столик такой же у нас. Набор у нас вот такой же, только коричневый. Да, у нас коричневый. Да. Кресло. Типа такого. Не типа такого, а такой же стоит. Только столик, мне кажется, поменьше у нас. Да, в прошлом году покупали вот такой диван. И два кресла у нас было. Там чужие люди. Там 10 тысяч стоит. Прикольно. Набор мебели. Зонтик. Да, прикольный. Наверное, акулы сакие. Ну, похожи на киевские акулы. Не знаю. 1100-1200. А, это не акула, это этот. Кит. Вон котик какой. Это какая киса. 1149. Здесь тоже медведь. Люблю таких мишек. Тарелочки. Красивые. Воротки. Санокс. 81 рубль. Для сантехники. Да, для сантехники. Для мытья полов. Вот мне вот этот надо. 94 рубля. Для мытья полов цветы. Какой мне нужен? О, лампа очень светлая. Туалетная бумага 218 рублей. Тут техника всякая. Вон, как я и говорила, тут всякая рассада. Розы. Кто? Лампа 1300. Вот, но это, конечно, все не доживет у нас. Ну, вот это все не доживет, не дождется. По 219 рублей. Кто это? Куст. Чубушник. Не доживет. Ну, вот тут семена всякие разные. Мне, кстати, нужно кое-какие семена, но это я потом буду покупать. Цветочки, пожалуйста. Все, что было в этом. 29-19 рублей. Все, что было в этом. В обе. Все теперь здесь, видать. Здесь вот эти. Все, мне надо подкормку. Надо купить подкормку. Вот эти, кстати, прикольно, мне нравятся. Свеча антимоскитная. 179 рублей. Наборчики такие. 700 рублей. Такие тоже всякие свечки. Всякие. Вон лопатки, смотри, какие. 200 рублей. Симпатичненькие. А мне нужна подкормка. Еще стулья 959. Это за 2000. Но вот эти хорошие, пластиковые. Такие, да. Тут есть еду. А, это пленка. Да. Пленка полиэтиленовая. Спанбон. А это кто? Ну. Укрывной материал. Нетканное полотно 179 рублей какой-то. А что это интересно за такой укрывной материал? Типа спанбона, наверное. В общем, 179 рублей. Так, всякие вон тут метелочки.
Метелочка. Классно. Так, мне нужно вот, наверное, вот подкормки всякие, как раз которые мне нужны. Биола, семена, удобрения. Удобрение, что-то закрепишь. Удобрение универсальное. Укрепляет. Повышает. Если... О, мне надо, наверное, вот такое, кстати, купить. Бордовская жидкость. Репеллент. И вот такую мне еще надо. Такую точно я возьму. И вот такую. Трава 219 рублей. Такая не очень она на самом деле. Вот эти прикольные. Прикольные. Горшочки. Всякие. Смотри, какой ежик хорошенький. Вот этот большой. Мягенький. 2000. Ну, а этот, видишь, с этой, как, типа, с искусственной травой. Да, искусственная трава. Прикольно. Вот этот тоже красивый какой, смотри. Это на улицу ставить 1400. Домики 1800 какие. Совушки. Совушки. Зайчики, какая прелесть. О, мы тыква, смотри. Да, там тыква. Аккуратнее, не разбей. Okay. 1200. Гномики. Белочки вот эти мне нравятся. Гномики. Уточка. Уточка. Ну это если у кого пруд есть, как раз ее пластиковую запустить туда. И вон еще очень большой. Лягушка. Лягушка. 329 рублей. Взять такую лягушку. Я не буду. Я все разобьют. Совушка какая. Все разобьют. Какая совушка. Тоже совушка. Вот эти красавцы. Он тоже, смотри, какие красивые. Да, это фонарик будет светить. Я не буду ничего брать. Все, пошли отсюда, а то сейчас опять. Уже 10 тысяч наборчик. Красивый. Сын меня выгоняет из посуды. Смотрите, какая. Красивая. Вот это он. Какие тарелочки. Сын меня выгоняет отовсюду. В общем, все полно. Всегда. Вот этот наполнитель 199 рублей. Смотрите, какой он крупный. И он мне понравился. Вот такой крупный. Я его возьму. Для своих. Он реально комку. Классный, хороший комкующийся. 199 рублей. Здесь 5 килограмм. 22 рубля. И вот про баланс. 800, 199 рублей стоит. Это для кого у нас? Для котов, наверное. Ну, понятно, чувствительно. Пищеварение для всех пород. Еще появились на полках российские корма, это не может не радовать. Пойдем дальше. Пойдем, мне надо вот сюда, бытовую химию. Всякие тоже, да. Да, вот сюда мне надо. Чистая линия. Что я тут хотела посмотреть? Я хотела мыло. Такое возьму. 29 рублей. Что мне не нужно? Прямо. Салфетки,
так вот. Ладно. Здесь такая же история. Ой. 5 штук. Повышенного спроса. Ну, нам такое не надо. Не надо. Что я возьму? Возьму такой. Такой, 76 рублей. Так, кроме продуктов. Кроме продуктов, да, всего набрали, как всегда. Так, и я возьму что-нибудь мне надо. Вот эти лентовские, они неплохие. Если такие 365 дней, есть вот такие получше. Не для кухни надо, вот я возьму вот такой. Тоже попробую, 86 рублей для ванны. Сейчас пойдем, сынок. Сынок мне не дает снимать ничего. Легальничек, не даешь мне. Гонишь меня куда-то. Еду. Вот, для прочистки труб мне еще надо, сыночка. Вот такой. Все. Все, мы идем в продукты. Так. Средства для стирки всякие. Уже, конечно, цены вообще обалдеть. Биолан. Так. Жидкости только нет для стирки. Нормальных. Более-менее. Есть он, Ариэль, 1500. Вообще. Эх. Ну, я ничего не буду брать. Бимакс. Колор. Тоже 1500. Ну, их всех. Там 866. Ну их. Лентовский стиральный порошок. 293 рубля. Но такой я не пробовала, не знаю. Капсула Ариэль 1500. Тайп 1300. Да уж. Мама тут всего набрала, все, пошли в продукты. Все, иду в продукты. Надо взять какую-нибудь вкусную горчичку. Вкусную горчичку надо взять. Махеев. Ой, вот эту надо взять. Еще. А я это поставь туда. Томатная паста тоже до 10 штук. Непонятно зачем. Дядя Ваня, вот я еще вот такое. Это горчица. Вот такой вот я возьму хрен. Еще положу. Махеев хороший. Ну, помидорку возьму, ладно, томатную пасту. Так. По крупам. Крупам фасоль. Фасоль, фасоль. Чечевица. Вот это хорошее. Правда, тоже подорожало. 149 рублей. Для супчика. Еще мне рис надо. Рис надо взять. Рис. Тут националь. Лента. Что это?
229. Интересно. Вот такой. Тут тоже гречка. Макарошки тоже. Не знаю. Сто девять, 129 лапша. Шаичная. Я же хочу тебе вот эту лапшу, ты меня просил. Да. А конфетки? Какие? Яшки, конфетки. Пойдем посмотрим. Тульские прянички. Где там у нас масло? Батончики. Только не коричневый, а он темный, мне больше нравится. Такой йогурт вкуснотеев, он вкусный очень. С клубничкой взять. Со злаками есть, со злаками. Он по вкусу типа активнее, но дешевле. Активнее сейчас вон сколько? 148. А вот это вкусно. Вот это мне. Так. Маме. Со злаками. Еще вот такой с клубничкой возьму. Клубничка вкусная. Да, возьми. И он уже наше новое все делает на завтрак. Мюсли, семена. Как они стоят, интересно. Так, а сколько стоит, непонятно. А, это белорусский. Это вот это белорусский. Теос 51. К тебе свежее. Сколько вот это стоит? Вкусно, наверное. Чудо по 74. Ну, это белорусский йогурт. А, нет, это Россия. Ну, валял, как всегда. Какой-то сыр будешь? Выбирай себе сыр. Будешь ли вообще какой-нибудь сыр? 169. Ого. 169. Где мне Маздам? Еще 1000 рублей. Маздам. Возьми плавленый сырок. Видишь?
Вон вот этот хороший, карат свежий. 24. Вот этот вот с ничемой, с грибами. А с грибами не ешь, да? Фарш недорогой, надо, ой, надо фарш взять, тут фарш недорогой, свиной, тут какой куриный, надо взять фарш домашний. Лосось такая огромная, 1200, на 7000, большая. Рыбина на 7000. Еще 100 кусочки. Мороженое. Сочи. На, положишь? Положишь хлебушек купить. Хлебушек какой-нибудь. Вот этот лентовский, хорошая выпечка. Мне нравится вот этот хлеб. Вкусный. Боже мой. Налег. Ржаной. Еще хлебушек. Заварный. Так, ну что, приехали мы уже домой. Вот такая достаточно большая закупка у меня получилась. Что-то из бытовой химии, что-то вот такое все взяла. Получилось у меня на 15 тысяч рублей. Да, как-то так вот. В общем, смотрите, отдельное видео будет уже, ну, следующее видео уже я выпущу с закупкой продуктов в ленте и на Яндекс.Дзен, и на Ютубе эти видео будут у меня постоянно. Вот, не забывайте, что у меня есть еще мой канал на Яндекс.Дзене, я там выкладываю влоги различные, так что обязательно подписывайтесь, поддерживайте меня, мне действительно это очень-очень приятно, ваша поддержка, так что буду ждать ваших лайков, ваших комментариев. Это для меня очень-очень важно. Все. А на сегодня я буду уже с вами прощаться. Я надеюсь, вам понравилось такое видео. Оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал, кто еще не подписан. Всех люблю, целую. До новых встреч.